что, всем привет! Сегодня все-таки я займусь пилкой слив. Прорежу, сделаю такой сад. Ну, сегодня мы, конечно, все равно не успеем. На фоне юмзика сегодня начало. И то давно мы его уже не заводили. И он у нас практически звезда на нашем канале. Он всегда больше всех набирает просмотров. Ой, поднялся ветер у нас. Вот. Я думаю, в скором будущем мы будем его заводить. Если сильный мороз будет. Вот. Надеюсь, сильного ветра на камере не будет. Я немножко разобрался с камерой. Включил подавление, шумоподавление ветра. Вот. Ну и что, сейчас пойдем пилить. Пойдем пилить. Да, и кстати, огромное спасибо. Мы набрали уже 1500 подписчиков. Идем все в рост. И в скором будущем я уже покажу, сколько реально у меня заработано в Ютубе. Ну, как, ну, проще сказать, сколько у нас там на Ютубе денег. Я думаю, что я это отсниму и покажу, потому что в скором будущем будем их выводить уже из Ютуба. Вот. Конечно, это приятно. Сейчас пойдет больше и больше. Я надеюсь, конечно, на это. Вот. Все это буду вам показывать. Ну, извините, конечно, что у нас такая тут погода. Сейчас пошел снег, пасмурно. Опять скоро стемнеет быстро. Потому что я еще ездил по делам, халтурил. Вот. Поснимать не получилось. Ну, сейчас поснимаем то, что я попробую, начну пилить кусты. Сегодня, конечно, костра, наверное, не будет. Не буду я сегодня палить. Но, по крайней мере, немножко попилю, чтобы было начало. Ну что ж, идем пилим вместе с вами. Ну что ж, приступим. Тогда я пилу не проделал. Так как у нас здесь еще куст черную аронию я оставлю. От аронии я уберу все сливы. Ну, посмотрю, тут может какая-то где поровнее, не больная, оставлю. А так будем стараться от аронии все сливы убирать и все лишние кустики. Продолжаем. Thank you.
также в том же духе. Да, и Марису спасибо за шину. Все работает, все класс. Все, продолжаем пилить. Ну вот, я надеюсь, когда мы это пропилим, вычистим, спалим суки, уберемся тут. Это больше будет похоже на сад. Вот, а смотрите, какая густота впереди. Ужас, за столько лет все заросло. Здесь когда-то только были аронии кусты. Ну и несколько яблонь. Вот тут одна старая яблоня стоит. Там дальше чуть была яблоня. А теперь все поросло сливами. Ужас. Вот. Сегодня хотя бы добраться вот до этой старой яблони. Вот. Еще и такая же ситуация с другой стороны. Ну там немножко не так запущено. Но. Конечно, пилятся они хуже, чем дрова. Дрова намного легче. Можно разогнаться. С этими кустами не разгонишься. Они колючие, везде цепляются, не вытащить. Нельзя разогнаться. Да еще пока не вернули силы после коронавируса. Не получается быстро пилить сильно. Но надо разрабатываться. Все, продолжаем дальше.
Та-дам! Ну вот, мы бак испилили. Прошли одну сторону. Надо, наверное, проходить одну сторону и потом идти по другой стороне. Иначе неудобно. Вот суки мы откидываем. Сейчас пройдемся, вот как я пилил. С этими, конечно, кустами я еще не знаю, что делать. Это смородина. Ой, арония. Как бы аронию хотелось бы оставить. Но они такие, что сливы подпирали, они высокие стали, худые. Ну, может, ничего. Окрепнут сейчас. Больше солнца будет. Плохо, местами суки еще откинул. Ну, я думаю, что в следующий раз мы уже придем сюда их полить. Сейчас тут хоть нормально пройти можно. И, конечно, большое спасибо овечкам, что они тут обгрызли все. Хоть залезть можно, что-то пилить. Снежок тут шел, пока я пилил. Вот, первый бак я выпилил. А там уже надо будет вот со второй стороны. О, уже можно сквозь даже пройти хоть. А потом вот тут будем рядить. Посмотрим, тут что-нибудь, может, и оставим. Не, эту, может, уберем. Вот эту толстую оставим. Будем подбирать поуже. Чтоб овцам больше травы росло, а не кусты. Кусты, ну вот толку от кустов. Там, кроме, по-моему, шнитки, даже тут вообще ничего не растет. Даже шнитка, наверное, не растет. Ну и площадь большая загона, а кусты, травы нет. Так, хоть уберу кусты. Сейчас начнут, во-первых, молодые отрастать эти сливы. Овечки будут съедать их. И пойдет, что уже солнце будет попадать, пойдет расти трава. И овцам еще плюс к загону травка. Вот так вот. А тут вообще черт ногу сломит. Такие дебри. Я думаю, что тут полностью придется выпиливать. Может, даже и мало чего вообще останется. Оставляю вот старые яблони. Вот не знаю, будут они тут яблоки приносить, не будут. Но яблони хочу оставить, чтобы для овец была тень какая-то. Потому что тут вот посмотришь, они в основном вот тут и ходили. Вот все вытоптано до земли. Вот. Вытоптано, выгрызано. Они, видно, летом здесь в жару и тусовались. Вот. Еще одна яблоня, да, вот что-то клены пошли расти, вот клен, там внизу еще один клен, это тоже неплохо, будем весной соки пускать, не надо в лес бегать, можно и тут будет сок пустить, ну вот так одну сторону пропиливаем, тут надо, конечно, в этой яблоне еще суки подпилить, ну то сильно уже тут лохмато. Ну и вот цель у меня пока цель вот до этой старые яблони, вот это, она такая пушистая, я тоже ее, наверное, всю оставлю, тут хороший тенек и лежать. О, это когда-то мой старый загон, это еще я в детстве делал загон из проволоки овцам, надо будет его тоже собрать, убрать, чтобы овечки не запутались. Вот все, овцы нашли. Надо откусывать его и полностью убирать его, эту проволоку. Ну, проволоку мы соберем в металлолом, вон даже колышки, все. Вот. Соберем проволоку в металлолом. Вот. Ну, не знаю, эти суки сильно тут подрезать не буду. Не буду эти суки сильно подрезать, чтобы больше тени было овцам. А лучше уберем вот эти вот все сливы. Ну вот, цель такая сейчас, до этой яблони, и в следующий раз я уже пойду по той стороне. Эту я более-менее прошел, тут теперь костры, там надо будет пропиливать, там костер. Я думаю, тут вообще только останется вот такая вот полоска, там все почти уберется. Ну, может быть, посмотрим, где какие здоровые сливы есть, сделаем там, так чисто где-то через 2-3 метра, чтобы они оставались, чтобы лучше солнышко попадало. Вот, и оставим только тут такую полоску, чтобы был тенек для овец нормальный. Могли кайфовать. Ну, вот такая задумка у меня тут. Но это более осуществимо. А здесь так вообще... страх божий. Лес. Лес. В лесу даже такого нет. Ё-моё, как сливы разрослись. А я когда-то в детстве помню, вот были только вот эти яблони. Вот яблони. Слив тут не было.
Здесь даже был кружовник, черная смородина. Но не было тут ни кленов, ни слив, ничего. Сливы, ну да, где-нигде вот тут было. Тут даже таких зарослей не было. Тут вообще когда-то росла малина. Мы малину здесь собирали с мамой. Вот. А теперь все сливы. Хуже лозы. И ольхи. Все зарастает. Ну ничего, овцам не помогут. Мы выпилим, а овцы будут косить. Ну вот так вот. Сейчас пройду еще снаружи. Покажу это. Мы тут так внутри прошли. Мне кажется, тут намного уже светлее стало. С этого края. По крайней мере. Сейчас еще эти, если суки спалить, убрать. Будет вообще красота. Ну, надо еще с той стороны пропилить. Тогда будет больше результата видно. Ну, по крайней мере, вот надо было, я сразу не заснял. Показать, какой результат тут был до. Ну и какой будет после. Надо было оставить. Пройти заснять и оставить это видео. Потом, чтобы можно было для сравнения. Ну, я думаю, все равно будет красиво и лучше. Больше поля подберется. И овцы будут тут кайфовать. Хоть вышел в загон, хоть их видно будет. А так бывает, они как спрячутся в эти сливы, даже не видно, где овцы отдыхают. Ну что ж, пойдем мы что-нибудь другое делать по дому. Целый бачок на это потратили. Только вот заправил и бачок выпалил. Вот. Ну все, пойдем работать дальше, что-нибудь другое делать, чтобы было разнообразие. Вот такое у нас воскресенье. Ну вот, надо покормить овечек. Как всегда, каждый вечер накладываю побольше сена. Вот все равно у них остается еще. Наш баранчик. Да, бяшка. Это баранчик наш. Мочка ваша, смотрите. Я думаю, что он скоро пойдет на продажу. Потому что нам надо менять кровь для племя. Так что пойдет он у нас на продажу. Скорее всего. Правда, брат? Вот. Ну вот. И сегодня уже вторник вечер. С воскресенья ничего мне не получилось заснять. Потому что работал я на хозяйстве. Вот. И приобрел я тоже вчера вечером поздно. Я приобрел автомобильный прицеп. Хотел показать, но вчера я поздно уже по-темному его притащил, купил. И сегодня, думаю, пораньше с работы приеду и покажу его, засниму. Ну и опять же, я приехал, уже было темно. Вот, и не получилось. Сейчас посмотрел, попробовал с фонариком светить. Не получается. Я думаю, что я его покажу тогда уже либо следующее видео, или через еще видео покажу. Вот. И, ну, соответственно, покажу и расскажу про этот прицеп. Вот. А сейчас покормим овец. Парашек. Кушать уже хочет. Вот он. Все. Давай кушать, скажи, да? И водички дай попить. Да, скажи. Мощный он, мощный. Я его завалить еле-еле могу. Здоровяк. Такой. Ну что, сейчас пойду за сеном. Ну, покажи, как ты кушать просишь. Покажи. Покажи. Он ножкой по загородке так дых-дых-дых, когда кушать просит. Два баранчика. Эй, я тебе малого попрессую, слышь? Прессовщик. Я тебе быстро голову набью. О, голос дал. Красава. Да, ну все. О, он будет залезет, он сено просит. А? Да. Все, идем за сеном.
Ну вот, загрузили им кормушки с сеном. Этим загрузили. И этот успокоился там сеном. Ну и вот как-то так. Всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И кто не подписан, подписывайтесь на канал. Обязательно.